Патриотическое направление в работе молодежного парламента мы рассматриваем в качестве одного из ключевых, потому что кто, как не молодежь, не молодежные структуры должны этим заниматься. И здесь мы на протяжении последнего времени стараемся максимально активно развивать как законотворческое направление, и в этом плане взаимодействуем очень активно с нашими старшими коллегами из Государственной Думы. Буквально не так давно было подготовлено нами обращение на имя министра образования и науки Российской Федерации, направленное как раз на высказывание позиции молодежи о необходимости увеличения часов, посвященных изучению отечественной истории, посвященных изучению истории Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, потому что действительно, к сожалению, те события, да, те факты, которые мы видим, и мнение ряда граждан, ряда молодых граждан, да, разных государств, та информация, которую мы видим в социальной сети, та фальсификация истории, то переписывание истории, как это сегодня говорится, двойные стандарты, необходимо прекращать эту практику, да, необходимо менять эту ситуацию. Конечно, здесь мы уверены в том, что только комплексно, только системно, начиная с изучения истории в младших классах, да, начиная с законодательного регулирования, безусловно, проведением различных патриотических акций, мы можем говорить неустанно, ежедневно о тех действительно фактах, тех событиях, которые были, о той истинной правде. И именно молодому поколению, наверное, здесь мы на себе несем наибольшую ответственность, да, потому что то, как мы относимся, да, то, что мы знаем, и то, наверное, мы и передадим своим детям. А, конечно, в рамках патриотического направления молодежного парламента реализуется значительное количество патриотических проектов. Да, в качестве одного из них это патриотический проект именно в социальных сетях, в Твиттере, Инстаграме, ВКонтакте. А каждый день горжусь Россией, который направлен на популяризацию среди граждан, среди молодого поколения, среди жителей России и жителей других государств информации о том, что же проходило в каждый день, который мы проживаем, да, информация о великих ученых, выдающихся событиях, достижениях, потому что, наверное, с молодым поколением необходимо работать не только в формате, не столько в формате каких-то круглых столов, а именно выходя к ней в ту среду, в которой она общается.